Сегодня, кстати, вот мне задавали хороший вопрос о том, обязательно ли маме причащаться вместе с детьми. Мама написала, у нее трое деток, все маленького возраста, с небольшой разницей. И вот мама старается их часто причащать и спрашивала меня о том, надо ли ей самой читать молитву, надо ли ей самой причащаться. И вот запрета, конечно, нету. Мама может просто прийти в храм, привести детей и причастить их. Но уже не раз я говорил о том, что дети приходят к Богу через наш личный пример. Детки должны видеть, что мама молится, что она тоже причащается. И если мама будет дома молиться и причащаться вместе со своими детьми, то для них это будет гораздо важнее. Они будут понимать, что они делают так же, а не просто их заставляют. А если мама этого не делает, то очень часто дети воспринимают, что вот их заставляют, да, а сами родители этого не делают. И, к сожалению, иногда, и даже не иногда, а довольно часто это приводит к тому, что когда детки взрослеют, то они думают, что уже им не надо так делать. Взрослые же этого не делают, а зачем им делать? И возникает вот такая проблема. Поэтому детей можно привести к Богу только личным примером. Больше каких-то других способов нету. Мы можем с детьми говорить, можем что-то им объяснять, но без личного примера они нас не услышат.